Меня зовут Олег Гулак, я старшиня правоохоронной организации «Белорусский Хельсинский комитет». Шановные выборщики, закон предугледживает махчимость голосовать дотерминово. Але вельми важно памятать, что есть принцип доброохотности. Принцип доброохотности удела в выборах, и так само доброохотно вы и только вы вызначаете, коли и як вам голосовать. Любый примус голосовать дотерминово незаконный. Белорусский криминальный кодекс утримливает артикул, который позволяет притягнуть до криминальной отказности тех, кто будет вас примушать голосовать неким чином, те голосовать дотерминово. Про это треба памятать. Меня зовут Валентин Стефанович, я наместник старшини правооборонного центра «Весна», представник компании «Правооборонцы за свободные выборы». Шановные выборщики, коли вы стали ахвярой примусу до дотерминового голосования, альбо сведком такого примусу, коли ласка, досылайте на позначенный электронный адрес свои фото, видео, материалы. И так само вы маете право звернуться в прокуратуру с ответной скаргой, указавши ты службовых особов, представников администрации, предприемства, ЦВНУ, которые примушают вас брать удел в голосовании. Давайте разом отстоивать свои права.